многодетный, к тому же мама у меня трое маленьких детишек. И старшему 7 лет, среднему 5, младшему 3. И как раз на момент моей регистрации я была беременна третьим. Но это мне не помешало построить вот такую вот большую команду, структуру, добиться какого-то успеха. Дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Желаю вам всем стремиться к своим целям, никогда ни на кого не смотреть и никогда себя ни с кем не сравнивать. У всех свой результат, у всех свои цели, у всех свои мечты. Кто-то, допустим, ставит на себя только звание директора, достижение его. Кто-то сразу ставит звание бриллианта. Я бы желала, чтобы компания была стабильная, чтобы ни мне, ни моим партнерам не пришлось переделывать свою работу. Поэтому будьте уверены, что наша компания, она самая крутая, наша команда, она самая активная, и наши лидеры самые лучшие. 1 августа 2015 года я открыла звание директор, то есть это было буквально 8-9 месяцев активной работы. После этого у меня как раз через месяц уже должен был заканчиваться декрет. Я пошла на работу и написала заявление на увольнение. Вот, и, в принципе, поняла, что меня там особо никто не ждет на моем месте работы. Поэтому, в принципе, я была очень довольна. Вот, и после открытия звания директор, через 3 месяца я открываю еще и звание золотой директор. Это как раз-таки... Это как раз-таки пассивный доход, да, вот, к которому мы все стремимся. С этого уровня я уже начинаю получать пассивный доход, и, в принципе, на этом уровне, конечно, можно остановиться, ничего не делать. Доход будет идти в любом случае, но как я как нормальный человек, конечно же, хочу большего, да, и хочу, чтобы доход рос, чтобы какие-то там мечты свои реализовывать. Следите за своими мыслями, ваши мысли материальные. Более того, любая ваша мысль материальная, и нужно управлять именно потоком своих мыслей в своей голове. С помощью силы воли этому можно научиться. То есть поощрять присутствие в своей голове положительных мыслей и не поощрять присутствие отрицательных. И если вы месяц хотя бы вот поживете с этим, да, проконтролируйте себя, свои мысли, свои головы, то вы увидите, как через месяц у вас все будет получаться гораздо легче, проще и веселее. Поменяется окружение вокруг вас, легче станет общение, наладится отношения с людьми. Попробуйте, потому что негативщики в нашем бизнесе не задерживаются, они сливаются на этапах заблокировали странички. А вы, я думаю, что все позитивные, да, вы верите в свой успех, вы верите в компанию, вы верите в проект, поэтому вы здесь. У вас уже половина дела есть. Но обязательно контролируйте свои мысли. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам, есть свойство сбываться. Наша цель высоко-высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Нет мечты, их нельзя измерить, и друзья, в которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый в своем деле. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит.